Ответственной за организацию, проведение и подведение итогов сельскохозяйственной переписи определена Федеральная служба государственной статистики. Главная цель переписи – сбор максимально полных и объективных сведений о состоянии сельского хозяйства страны. Итоги переписи будут получены в целом по стране, по субъектам Российской Федерации и по муниципальным образованиям. В дальнейшем они позволят прогнозировать развитие аграрной сферы. Объектами переписи являются сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. Многоукладность сельского хозяйства России требует использования различных методов сбора сведений. Использование планшетных компьютеров и сети интернет являются отличительной особенностью переписи 2016 года. Это позволит существенно повысить качество информации и ускорить процесс сбора и обработки данных. Собранные в ходе переписи сведения будут обезличены и использованы исключительно в целях формирования статистической информации в сводном виде. Данные переписных листов не подлежат разглашению. Сельскохозяйственная перепись в России пройдет с 1 июля по 15 августа.